проклятых войн покрывают тела жуткими татуировками. Точно. И говорят, не чувствуют. А ты тут и тот. Как нам вести переговоры с дикарями, у которых даже чиновников нет? Ну а чего еще ожидать от дикарей? Элой, кажется. Ага, та, что убила ради тебя кучу машин. Она самая. Благодарим за службу. С нашей стороны посольство к работе готово. Так ты же подал сигнал. Обе стороны должны подать сигнал. Мы ждем, когда дикари протрубят в свой горн. О да, ведь с первыми лучами... Заткнись. В чем задержка? Племя Тенакт состоит из трех кланов. Сколько знамен видишь ты? Будешь просто ждать? Узнай, что случилось. Это тебе не какая-то тихая глушь на востоке, откуда ты родом, Нора. Это запретный запад. Если не нравится, беги в Меридиан и пиши жалобу. В тот Меридиан, что я спасла? Именно. Никто не пройдет, пока не прибудет третий клан, и Тенакт не протрубят в горн. Даже спасительница Меридиана. Что ж, я ждала достаточно. Пора в путь. Ни за что нельзя. Судьба посольства зависит от тщательного соблюдения. Нет, не смей! Тебя забыла спросить. Кто-то приближается! На машине! Варн. Откройте ворота, парни! Не выпускайте ее за ворота! Это прямой приказ! Прости, нельзя. Сэр, это спасительница! Плевать, будь она хоть сама королева! Ворота откроются только, когда прозвучит гонг! Я прошу вежливо. Не знаю, что делать. А, Вар! Привет, Торрент. Приказ. Как дела? Есть как приказ. Обычно. Элой что-то нужно, а ей пытаются помешать. Мне не выйдет. Ворота. Хватит! Арестовать! Ну, попробуйте. Прикрываем? Да, я готов. Эй, Назар! Тупой болван! Ты думаешь, что тебе можно не пускать куда-то спасительницу Меридиана? Что, по-твоему, сделает король Солнца Ават, когда узнает об этом? Повысит тебя, да? Пропустите, парни. За спасение мира. Ничего не забыл в Меридиане? Слушай, Варл. Да ладно. Главное, я успел. Рад говорил об этом племени Тенакт. Нам нужно их разрешение на проход? Да, хорошо бы идти, не опасаясь за свою жизнь. Но посольство так и не началось. Мы просто ворвемся туда? Хватит политики. Хватит задержек. Ну, теперь у тебя хотя бы есть подмога. Пожалуй. Посмотрим, что будет. Здесь граница востока и запада. Еще шаг — умрете. Погодите. Не будем спешить. Пока мы не подадим сигнал, проход закрыт. Таков был уговор с Карха. Я не Карха. Я пришла не от них и прошу право прохода. Но они открыли для тебя ворота, разве нет? А значит, нарушили уговор. Прислали девчонку.
Им вообще нужен мир или нет? Карха верить нельзя. Все знают. Забудьте про Карха. Они тут ни при чем. Мне нужно на запад, чтобы спасти всех. И даже вас. Спасти вы можете только себя самих. Если вернетесь. Сейчас. Стоп! В одном она точно не врет. Она не Карха. Она Нора с Дикого Востока. Если она кого-то спасает, может, выслушаем ее? Дайте поговорить с ней. Последняя просьба шерифа, завершающего службу. Бесстрашная рыжая Нора. Ты же та самая спасительница Меридиана. Я Элой. Фашаф Несокрушимый. Бывший военачальник Карха из армии Закатного Солнца. Ты Фашаф? Ават передавал сообщение, что он ждет тебя в родном Меридиане. Ават всегда был вежлив. Тебе доверяет Король Солнца, и теперь ты интересуешь меня еще больше. Но подобная связь с Кархой здесь может сослужить тебе дурную службу. Уж поверь мне. Как видишь... Напряжение на пределе. Посольство – дело тонкое. Они хотят вернуть меня Дома Солнца в качестве жеста, рассчитанного на смягчение отношений. А тут внезапно приходишь ты. Я не хочу никому навредить. Мне нужно на запад. Я слышал. И, может, смог бы помочь. Но мне нужно знать, зачем. И убедиться, что я не пожалею об этой помощи. Ты спросил, зачем мне право на проход? Я скажу, но ответ тебя не порадует. Полгода назад в Меридиане мог случиться конец света. И угроза еще есть. С каждым днем дела все хуже. Бушующие бури, отравленная вода и яростные машины. Источник всего этого на западе. И лишь я могу его остановить. Я видел знаки. И слышал рассказы о случившемся в Меридиане. Об армии демонов, побежденных рыжеволосой защитницей. Пожалуй, я верю тебе. Бремя долго лежит на твоем лице. И этот знак нехорошо виден. Возьми вот это. С ним ты сможешь путешествовать по землям Тенакт. Столь важная задача. И вас всего двое. Вот тебе совет начинающего дипломата. Цени своих союзников. Вождь Хикара знает Запад лучше всех. Возможно, он поможет. Он наводит страх, но не суди по первому взгляду. Он честный человек. Ладно. Если потребуется. Решать тебе. Ты найдешь его во дворце за горами, на юго-западе. Скажи, послал я, и он выслушает. Смотрите! Знамя Небесника! Шерифы, было непросто, но я привел с собой Небесников. А предводителя? Нет, убедил только нескольких. Предводитель ничего не знает. Знамена всех трех кланов здесь. Небесников мало, но делать нечего. Он прав. Труби в горн! Что происходит? Не все Тенакт могут смириться с идеей союза с Карха. Но начало мы положить сможем. Тогда я пойду? Нет, остальные шерифы не дадут. Право на проход ты получишь, но после посольства. Карха открыли ворота.
Солнце встает над враждующими землями, но может закатиться над мирными. И сегодня как раз... Слушайте, шерифы! И ты, что зовет себя Тенакт? Регала. Главная ошибка вождя Хикару. Он должен был убить ее. Вы забыли, что наш народ был рожден в крови! В крови Карха! А вы принесли клятву верности вождю, что икшается с врагами! Хикаро предал нас! Посольство доказывает! А вы, шерифы, его пособники! За это мой приговор вам смерть! Этими пустыми угрозами нас не запугать! Изгой! Копейщики! Они на машинах! Где они этому научились? Санс. Вашав! Ты идешь с нами? Это твой шанс! Лучники! Убить их всех! В укрытие! Лучники, сдерживайте их! Левый фланг! На карт! Прикончить! Произошло. Ты видишь? Остались лишь мы. Эй! Спускайся и делись! В центр! Копейщики! Готовьтесь! Не высовываться! На холме лучники! Пора подраться. Машины их не спасут! Мы его спасли, но не добили! Ах!
Перерезаем всех! Веду цель! Там раненый! Боеприпасы! Держу, перережем всех! Щит! Надо просканировать! Буду бить сильно, пробью щит! Нужно пробиться через щит! Это мой шанс! Заслужила дожить до завтра. Братья! Помните этот день!
Сегодня вы истребили шерифа! Пустили кровь Карха! Это начало войны с Хикарро! Уходим! Ты справишься? Дальше пойдешь без меня, так ведь? А я останусь здесь, с Эрендом. Перестань. Я отведу тебя в крепость. Я помогу. Время трофеев, парни. Ударов не спасет, но я могу на нем парить. Элой, мы все еще мало что понимаем. Похоже, вот инакт междоусобная война. Думаю, так и есть. Шерифы не ожидали нападения Регалы. И вся делегация Карха погибла. Назар, Вуадис, Фашав. Ужас. Что будешь делать? Пойду на запад. Надеюсь, право на проход еще в силе. Ради своей цели я готова пройти по всем землям Тенакт. Тогда тебя ждет долгая дорога. Здесь лишь пограничье запретного запада. Настоящие земли Тенакт. За горами возле Песни Долины. Дома племени Утару. Так это не территория Тенакт? Все вот это безлюдные земли. Здесь нейтральная территория. Только вот их Регала плевала на все это. Ее мятежники пришли с севера. Раз они приехали на машинах, должно быть у них там лагерь. Мятежники ездили на сикачах. И в преграде тоже были сикачи. Думаешь, мятежники запустили их в преграду? Как бы они сумели? Я не знаю. Но стоит это выяснить. Еще просьба. До того, как ворота закрыли для посольства, туда ушли несколько отрядов Карха и Азирам. Может, узнаешь, как у них дела? Не нужна ли помощь? При встрече спрошу. Здесь рядом нет длинношея? Длинношея? Есть один. Вон там, на границе с Утару. Но зачем... Трудно объяснить. Он поможет мне осмотреть землю. Как скажешь. Хочешь узнать еще что-нибудь? Мне пора в дорогу. Желаю удачи. Ворота для тебя всегда открыты, если решишь вернуться. И не волнуйся о своих друзьях. Мы их подлатаем. Спасибо тебе. Береги тебя, солнце, Элой.
Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Yeah.
Что ж, вот и запретный запад. Целый новый мир ждет меня. Координаты из шпиля приведут меня к Сайленсу и Аиду. А может даже копии Геи. Там будет непросто. Порча, бури, наездники Регалы. Но трудности меня не останут. Я найду способ все исправить. Как и Лизбет. В армии налетчиков той женщины, Регалы, было много машин. Есть лишь один человек, который мог ее такому научить. Сайленс. Но зачем ему помогать мятежникам Танокт? Можно испытать щит-крыло. Зачем ползти, если можно парить? Сработало! Ого, отлично! Похоже, теперь я могу спрыгнуть с любого утеса. Это ж те собиратели из света пустоши. Что-то происходит. Наши границы, остальное будет выглядеть словно жалкий хлам. Ты правда думаешь, что справишься? Да ладно тебе, Керу. Ты меня знаешь. Разве мой товар хоть раз был не идеален? Провалиться мне на месте, если это не спасительница Меридиана и моего дела. Лорен, поздоровайся. Привет, рад встрече. Знаешь, если бы не она, меня, скорее всего, сейчас бы здесь не было. То, что ты Танакт сотворили на посольстве, ужасно. И все в свете пустоши благодарны за их изгнание. Значит, это твои собиратели? Лучшего места для торговли деталями машин на Западе нет. А скоро мы сможем продавать кое-что еще. Слишком долго Запад был, ну, запретным, опасным. Но что, если мы сможем сделать броню столь крепкую и надежную, что тебе больше не придется волноваться о выживании. Было бы интересно на нее взглянуть. Ну еще бы!
Поэтому я и попросил своих самых талантливых собирателей найти все для ее создания, а затем показать результат мне. Лучшая броня пойдет на продажу охотникам. Вроде тебя. Повезло мне. А теперь прошу прощения. У меня есть неотложные дела в Скряжете горы. О тебе пока позаботится Лорент. Не терпится узнать, что у тебя выйдет, мой мальчик. Я не подведу. Вот увидишь, все просто обалдеют. Ты должна мне помочь. О чем ты говоришь? Броня. Я сделал дюжину, но все недостаточно хороши. А дальше на Западе есть и другие. Если они сделают броню лучше моей, можно будет попрощаться с призом. Тебя ждет награда, если Керов выберет твою? Еще какая. И у меня есть идеальный вариант. Мне нужны лишь детали. И быстро. Так, может, ты согласишься взять контракт и принести их мне? Что мне нужно найти? Ящики скарабов. Их обшивка может выдержать большой урон. То, что надо для брони. Я уверен. Пожалуй, я смогу помочь. Слава кузне. Так, стадо здесь неподалеку. Вот контракт. В нем есть все, что тебе нужно знать. Ты разбираешься с машинами, а мои люди подбирают ящики. Я изучу его позднее. Спасибо. Я рассчитываю на тебя. Может прочитать контракт, прежде чем идти на охоту. Большое было сражение. Предтечи пожертвовали всем, чтобы замедлить Руфа. Дать время новому расу. Планируйте свои атаки! Заставьте их расход! Наша героиня. А ты вовремя появилась. Вы собиратели? Мы давно работаем в безлюдных землях. Я надеялась вернуться в свет пустоши к открытию ворот, ну, после этого их посольства. Но, судя по тому, что нас едва не покрошили,
Там все прошло не очень гладко. Можно и так сказать. Не то чтобы тут раньше было безопасно, но не думала, что на нейтральной земле придется отбиваться от тенакт, ездящих на машинах. Если вышли в свет пустоши, почему встали здесь? Неподалеку мы заметили руины. Хотели их осмотреть, поискать трофеи. Там полно каких-то красных кристаллов. Через них не пройти. Поэтому мы разбили лагерь здесь. Но завтра с утра отправимся в свет пустоши. А еще стоит сообщить обо всем нашим людям в Щербатой Низине. Щербатой Низине? Это место раскопок у Большого озера на юге. Там повсюду хлам притечь, не пропустишь. Что ж, мне пора. Держи. Спасибо за помощь. Может, увидимся, если я снова окажусь в беде. Лучше не надо. Уверена, повару это пригодится. Погнали! Это проход, упомянутый в контракте Лорендо. Нужно убедиться, что я не ошиблась. Взгляну на контракт.
Пусть корабль пользуется этим проходом. А Лоренду нужна их обшивка. Нужно дождаться их в его лагере. Возможно, стоит сначала разместить на дороге ловушки. Застать конвой врасплох. Мятежники. Если оставить их в покое, жди неприятностей. Нужно по-тихому узнать, кто здесь главный, и разобраться с ним. Может, тогда остальные уйдут. Кажется, координаты Сайленса ведут к этим обломкам. Он установил Аида в другого Титана? Теперь я хотя бы взбодрилась. В таком месте Сайленс вполне мог бы затаиться. Но что он тут делал? Устройство мигает. Наверное, Сайленс приготовил его для меня. Элой, считай это сообщение маяком, что выведет тебя из тумана неведения. С помощью взрывчатки я отсоединил вычислительную сферу от Титана. Идеальная клетка для нашего друга Аида, чтоб он согласился сотрудничать. Расскажи ей, что и мне, про таинственный сигнал, что пробудил тебя. Сигнал был только для меня. Сигнал поступал 17,2 года и пропал. Не могу помешать перезапуску гей. Разве ты преуспел? Может, напомнить тебе, что ты проиграл? Как видишь, Элой, гею можно перезапустить. А по поводу запасной копии... Что ж, я расскажу, где она, когда найдешь меня. Он считает, что все продумал. Ублюдок. Есть лишь один способ понять, куда он переместил сферу. Сперва надо осмотреться здесь.
Журналы. Многое удалено. Но, похоже, Сайленс потрудился, чтобы заставить Аида заговорить. Наверное, лучше их пока не трогать. Нужно посмотреть, куда ведет след. Надо брать, пока есть. Мой визор обнаружил какой-то маяк. Thank you.
Все как всегда. Опять бегу за Сайленсом, как дурочка. После того, как он перенастроил копье и похитил Аида. Безумный ИИ, который хочет всех убить. Почему Сайленс просто не позволил мне уничтожить его? А теперь снова придется терпеть его самодовольную рожу.